Сегодня 29 ноября 2017 года. У нас среда. Мотормен Малыш тут накупил. Баки разные надо отвезти, камеры. Ну, много чего. И железо много. Сейчас будем грузить. Ну, прицеп подъехал, отцепил там КамАЗ на улице. А сейчас подгоняет сюда. Ну, тут Роман, Володя и я, трое. Никого больше нет. И еще сумерки. 8 часов. Машина. Все. Подогнал. Ну что, начинайте грузить, я пока здесь посмотрю. Вот это мешает. Она через нее переломит, это надо убрать. Это тяжелый здесь. Жесть, обязательно это, ее поставить стоимость сейчас, к стенке. Сейчас, так нельзя на нее ложить. И там цепь еще можно убрать в стороночку. Ну, можно в сторону, но убрать его. Вот эту убрать, иначе железо переломит. Здравствуйте. Давайте. Съемка идет, да? Вы увидите это уже через неделю. Мы вам видеть куда? Нет? Да еще нет, еще только увидел человек. Он увидит себя. Если она ему не нужна, можно вот так развернуть. Стоймя поставить к стенке. Да, да. Залезьте кто-нибудь туда, двое-то. Легкая. Вот так. Вот. Ну что, подавайте. Все. Подавайте, все, время не тратьте, Володя. Цепь тоже. Да. Толкай до конца. Все. Где-то я вас видел уже. Это в интернете, быть. По-моему. Ну, у нас когда интернет. Вы алкашей гоняли, да? Да. Во, было. На УАЗике какие-то приезжали. Да. Ну, мы вам дадим нашу визитку, и там все написано. Скоро. У нас очень большой материал. 8700 роликов наших только. Там деревню строим, как вот я в университетах, там занятия Баварин, как бы здесь. Сверху не надо лезть и помогать. Ну что, обойдите. Вот это жесть. Ну а тут еще у него тут банки такие. И вот там наши вытащили маленько. А обратно нам под завязку загрузить дрова. Вот сюда только когда подъедете, одну свалить туда, а потом как-то не знаю, что вторая-то рядом. Кузов. А тут еще будет? Только на бок. Только на бок. Ну на бок, значит, ну только первый на бок сюда. Вот сюда, а потом вторую там, чтобы прицеп не растянул сюда, а то нам таскать. То ли отпечатки, ну, или... Как получится. Ну, так отпечатки сделали. Сначала мы да. Прицеп туда задом спятить, а потом машину. Разберем. Ну да. Походу, так вы оденьтесь, а то холодно. Да, я пойду. Еще хотела. Ну, потом положи ребятам, они положат. Что надо-то оттуда вытаскивать? А все коробки, вот эти что? Ну, вытащи откуда, значит, ты закрыла коробки, а сама закрыла. Они стоят на улице. Ну, подтаскивай сюда идти. Что стоишь-то? Сумерки. Закрываю. Роман же, да? И Роман. Роман и Володя. Ну вот загрузили у нас здесь. Это жесть длинная. На сколько метров она длина? 6 метров или сколько? 6 метров. Железо? 6. 6. Ну вот у него что тут? Как называется? А кузов получается 5? И да, там баки разные. И там где-то прицеп на улице, потом прицепят, и там пенопласт будет. Володя, ты что там? Иди сюда. Вот я полезу на машину. Лестницу поставил, ребята, ой. Там получается 5-метровый прицеп? Вот она что тут загрузили. Это внутри машины. Ну и все. Это тут Романова машина стоит. Он едет впереди машины. Впереди этого грузовика. Это КамАЗ. Не знаю, где показать. А, вот он.
Ну все.